Всем привет! Мы находимся с вами в квартире, квартире-студии, временном пристанище роста, короче, пока у него дом строится, достраивается там, а он временно сюда перебрался, вот. Ну, понятно, что молодой, жена туда-сюда, детей нету, счастливый, сука. Что мы здесь имеем? Мы здесь делали потолки, так получилось, то, что с заказчиком заобщались, он сдавал квартиру, рост как раз искал. А у нас есть коридор с тремя светильниками, сделали побольше света. Желание заказчика, это редкое желание, чтобы был холодный свет. Холодный свет обычно в квартире не ставится, вот, но здесь заказчики захотели, чтобы было именно так. В ванной также у нас 4 светильника, ванна глянцевая, в принципе, света здесь достаточно, плюс дополнительно еще есть вот это зеркало. Опять же, холодный свет, но, наверное, под эту плитку это прикольно подходит, под плитку, под обои, в принципе, вся квартира в таком холодном стиле, поэтому смотрится нормально. Здесь, вот конкретно здесь такое место, перемудренное со светом. Ну, как бы понятно, поскольку это студия, это все, это вот одно помещение, больше ничего здесь нету. Вот она тебе кухня, вот он здесь телевизор, он туда споткнулся, упал и спать. Вот, здесь же готовишь хавать, и здесь у тебя холодос. Вот, но здесь перемудренное, я считаю, по свету. Смотрите. Раз, два. Причем вот это выключает вообще все вместе с карнизом. А карниз потом не включается, а, либо они потом по очереди. Ну, короче, ладно, сейчас расскажу дальше. Потом, смотри, 3 и 4. Ну, что-то вообще прям много. Вот есть у заказчиков такая вот тема, когда начинают прям, ну, перебарщивать, короче, вот это вот. Вы потом сами заходите домой, вот это вот начинается. Он, короче, херомуть, хер разберешься. И еще добавок, мы сюда поставили вот такой пультик. Напомню, как там, чей он? Профи. Профи называется пультик, короче. Ну, в общем, неважно, добавили пультик, он вообще трехзонный. Вот, но... Попрошу. Есть трех? Есть, тут 3 зоны. Это слип. Для сна. Да? Да. Посмотри, есть. Нет. А, да, слип, да, все. А, Б, слип, он, оф. Ладно, учим отчасть, да? Вот, в общем, да, здесь еще дополнительно к этим и так 4 положениям добавили еще 5. То есть, чтобы можно было отдельно включать вот эти 6 светильников и отдельно включать карниз. Кстати, насчет карниза. Здесь не обычный карниз. В принципе, из-за этого вот эта цена квартиры, она тоже не совсем оправданная. Здесь стоит не обычный ПК-5, как мы обычно ставим, а заказчики захотели, чтобы у них полотно было одного уровня, что здесь, что там. Поэтому мы сюда поставили карниз ПК-14, парсековский. Естественно, он не дешевый, плюс еще холодную яркую ленту, и, конечно, вот это вот оно на цену повлияло. Вот, то, что я когда увидел смету, сколько стоит эта квартира, я офигел. В принципе, на этом все. Ну, понятно, глупо говорить, то, что монтаж здесь был даже не то, что один день, а там 6-8 часов. Не-не, походу. Кого? Пока 6 не сделал, типа. Один день, походу. Да? Да. Кто делал? Эдик. Да он просто ленив, он живет в соседнем доме, он просто впадлу был, он пока приперся, проснулся, там размутился. В общем, ладно, монтаж один день. В принципе, квартира светлая, яркая, холодный свет. Я все-таки считаю, здесь, наверное, уместен. Уместен и... Я думаю, квартиру он это украшает. Пока!